Черт! Хоть бы уже что-нибудь случилось. Я тут так засну нафиг. Спасибо. Браво. Надо захватить их главного стратега. Я займусь главным входом. А ты иди к северо-восточному. Если перекрыть северо-восточный и главные входы, мы в любом случае его перехватим. Чист. Агент, нужно лишить их основного пути отхода, лодок. Они находятся к северо-западу от тебя. Я послежу за главным входом, чтобы этот гад не вышел. Поблизости есть эхо-маяк. Тревога! На нас напали! Отходим! Бегите к лодкам! Защитите их любой ценой! Теперь мы точно знаем, что он дома.
Скопление противника у пристани. Они охраняют лодки. Они должны ждать приказа к отплытию. Если стратег доберется до лодок, мы не сможем убрать его. Иди, ты уже почти на месте. Ты почти у пристани. Надеюсь, успеешь. Не подпускайте их к лодкам! Любой ценой! Внимание! К лодкам идут большие силы противника, но стратега там нет. Позиции у пристани. Они впереди. Они не примут прав. Thank you.
эти сволочи не будут на... Келса? Келса? Черт, агент Келса не отвечает. Черт, Келса. Ладно, меняем план. Раз лодки выведены из строя, значит, объект внутри. Он не должен от нас уйти. Найдено мобильное устройство. Устройство. Как мы с ним поступим? Нельзя его отпускать. Людям нужна месть. А этот парень из ОТГ. Я знаю. Нам надо устроить казнь. Публичную. В смысле, мне надо? Да, именно тебе. Люди смотрят на тебя и слушают тебя. Поэтому ты обязана быть им примером. Я покажу им такой пример, который они не забудут. Yeah.
Без Келса задержать стратега будет непросто. Успех операции в твоих руках, агент. Обнаружено мобильное электронное устройство. Мы задержали еще 16 человек. За 5 дней уже 34 пленника. Многовато лишних ртов. А зачем мы их кормим? Если перестанем, они же работать не смогут. Пусть работают, пока не сдохнут. А потом оттащим их тела туда, где наши враги их найдут. Ты что, хочешь разозлить их? Я хочу запугать их. Пусть боятся нас. Страх ослабляет людей. Ты права. Им придется идти через театр, отрежьте им путь и убейте! Иначе нам правосудие не свершить. Были выстрелы? Агент, это не наши. Нужно зачистить здание. Агенту требуется помощь. Я еще жива. Только давайте без слез, а? Стоп. Это что, Келса? Мои часы сдохли вместе с рацией. Слушай, прикрой меня, пока я не доберусь до балкона, а потом иди в концертный зал. Кончаются.
разбираю, я просто делаю свою работу. Замечен огонь. Выявлено серьезное ранение. Признаков жизни у агента нет. Заманил.
остались без своего стратега. Это должно спутать им все планы. И мы наверняка сможем получить от него ценную информацию. Уж Келса сумеет его разговорить. Если тебя интересуют изгои, советую взглянуть на эту запись. Ты как? Готов? Ну давай. Эмилин узнает об этом. Ты герой. Не забывай меня. Не забуду. Остановите его! Заряжайся!